Ну что, всем привет, ребята, я Тимичук. И сегодня, ребята, мы будем играть в Dying Light 2. И, короче, ребята, я начал выполнять миссии, открыл очень много локаций и даже забирался на самый высокий дом по миссии, да. Миссии надо было вот на вот тот, вот видите, вот самый высокий дом, вот этот вот. Где еще там вот красная Ви какая-то нарисована, да. ВНС какой-то. ВНК, может, ВНС, не знаю. Не, ВНК, по-моему. Да, ВНК. Или ВНС, я не знаю. Так, кстати. Ви. Кей. ВНК. ВНС. Ну да, ВНС. Вот так башня, что ли, называется? Я не знаю. Так, поход. Не знаю. И я, смотрите, что сделал. Я начал выполнять миссии, открыл новую погоду, дождливую, кстати. Вот открыл много локаций, очень много. И потом скачал очень много навыков. Вы прям не терпится вам все показать, рассказать, ребят. Все показать не терпится, ребята, мне. Смотрите. Чувак, тут вообще-то вокруг зомбаки. На! Вот оно! Просто вставляете. На! Воу! После одного удара оно убивает. Это очень эффективная штука. Нажимаете или зажимаете пробел, а потом вот так два раза на Е. О, первый раз я встретил тут батутик. Это, кстати, батут, знали? Сгоняюсь. Раз! Уу! И зацепился. Прикольная штука. Я думаю, или сегодня, или завтра выйдет этот, как в реальной жизни паркур. На той неделе не вышло, ну ладно. Я уверяю вас, выйдет он, ну, да. А вот клип не выйдет. Ну, вот так вот получилось, я не могу сказать, почему так вот. Так получилось, не выйдет клип. Я трейлер удалил, если что, даже не ждите. Я не знаю, может, кто хочет клип. Пишите в комментах, я все-таки немножечко... Как-то решу эту проблему. Пишите в комментах. Я подумаю, решу эту проблему. Может быть, почему не вышел клип. Пишите в комментах. Так, ребята, сейчас. Ну, пока что, ребята, будем паркурить. Потом, может быть, все состыкуется. Когда попаркурим, может быть, вы напишите в комментах. Если что, кто хочет клипа, реально пишите в комментах. Ну, может быть, выйдет. Уверяю вас, может и не выйти. Может и выйдет. А этот меня не заметил. Так что, ребята, все. Пишите в комментах просто. Только сейчас ублюдок меня заметил. Фу, оглушение поганое. Ха, пошел отсюда. На! Пошёл. Так. Совесть имеет, чуваки. Чего на сразу нападаете? Третий уровень зомбака, то он крутой будет. Мне кажется, он лошуком, как всегда, будет. Они же все такие. Вроде. У них вроде все такие. В переносном смысле. Вроде. У них в роду все такие. Вот. Так. Задушу, блин. Кстати, я получил крюк. Вот он. И, кстати, смотрите, что у меня есть. Вот столько оружия разных всяких. Да, у меня они есть. Привет, зомбак. Чем занимаешься? Интересно тебе вообще тут? Или ты нет? На! Ого! Я это не вкачиваю, по-моему. Или, может быть, вкачиваю, не знаю. Новое убийство. Ты что это творишь? Шо? Что ты такое-то будешь творять? Ой, меня забаговало все. На! Вас так много?
поганые зомбаки. Ха! У меня то... Он пополняется, то уменьшается иммунитет. Раз, два. Раз, два. Прикольно. Ты. О! Нифига, я могу за текстуру сейчас выйти. Пойдите-ка. Задушить. Ой, ёбок. Ой. Кстати, ребят, вот что я вкачал. И я вам, кстати, знаете, что не показал тогда еще в прошлом ролике про Dying Light? Смотрите, что. Вот! Жесть, он просто бьет этой битой. На! Пшу! Так вот. Я вкачал новые навыки паркура. Смотрите, какой я вкачал. Можно делать вот так. Потом, например, прыгать вот сюда. Я сейчас вам все наглядно покажу. Смотрите. Вот так он может делать. Потом вот так раз. И вот, смотрите. Вот так он может делать. Да. И, кстати, знали? Знали! Так, мне нужен зомбак. Чё, какие люди? Почему людишки какие-то поганые? Мне зомбаки нужны. Ой. Во! Смотрите, коктейль молота. Что ты такое думаешь? Чего вас так много? Кстати, вот эта фигня появилась. Но она и тогда была. Тут много этих фигни появилось. Так, сейчас у нас паркурчик тут намечается. Ха. Так, что я вам хотел показать? Хотел показать вот это. Вот это еще. Во, может вот так делать. Я вкачал. Ну-ка, идите-ка сюда. Я уже забыл, что я вам хотел показать. Как он может по-новому драться. Сейчас я найду. Понял. Во! Может прыгать через зомбака. Я там покажу на улице сейчас. Справлюсь просто с ублюдками. На! Так, что есть еще в драке у нас? А, во! Я постоянно забываю это. Давай! На батут не получилось. Ну ладно. А, зомбаки поганые. Вау! Вот так оно. Пошел отсюда. Ну пошел. Ну жесть. Раз, и смотрите. Как это делает? Как это? Ага. Эх, чел, тебе не жить. Пошел. Вот так вот. Ну это трэш. Эх. Кстати, вы сейчас реально охренеете. Смотрите, что он может еще. Я вкачал навыки. Не, ребят, это жесть. На! Ай! На! Пошел! Ух!
Отлично. Убили чувака. Вау. Ну, это хороший батут. Очень прикольно. Очень прикольно. Прикольный батут. Я сюжетку же выполнял, и вот. Да выполнялся. До такой прикольной степени. Очень крутой степени. Ну. Не, я хочу подраться, посражаться еще. Посражаться мне не лень. Вау! Посражаться мне не лень. И я. Юи! Да, он даже может просто. И кстати, ребят, ну я это вам показывал, наверное, уже. Прошу отстать от меня. Пошел. На. Пошел. Ух, да я уже опять забыл, что хотел показать вам. Так, что я хотел показать? Я уже от этих зомбаков все забываю. От такой крутости. Это вообще очень круто. Так, что-то я вам хотел показать такое прикольное. А вот не припомню, что. На. Ну, это он, в принципе, дарил, не я, жалко. Я что-то хотел вам показать. Забыл. Что хотел показать, забыл. Да, прикольно. Прикольно, круто, блин. Забываю, что хотел показать. Я что-то вам не показывал или показывал? А, он, кстати, может лазить через прыжки. Так, кстати, может вот так делать. Во! Ой, ты чё не подпрыгнул? На. Ну, короче, наверное, показывал, наверное, нет, я уже забыл, что хотел показать. Так, просто полчища зомбаков, я отвлекаюсь на них и забываю. Потом в ролике посмотрю, что хотел показать. Наверное, посмотрю, если. Не посмотрю, потому что я же не сказал, что хотел показать. Так, не в этом суть. Сдох, лох. Я же там пока перепрыгнул, ребят, смотрите. Вот оно. Да, перепрыгнул. Ну, вот оно, прыжок. На. Я могу через скамейку прыгнуть на улице. Да. Такая хорошенькая скамеечка, через которую могу перепрыгнуть. Через другие не пробовал. Ну, она большая скамейка, высокая. Это вы были. А, низко тебе что? Низкая, наверное. Не-не-не, высокая. На. Раз. Да. Ладно, все, давайте уже паркурить в конце-то концов. По новым зданиям, по новым домам. А мы сражаемся с вами только. Где? У меня сейчас это, палка с гвоздями кончится уже. О, спасибо нашей. Наша, точнее. Спасибо, чувак. Ну, тебе повезло просто. Я просто размяться. Отблагодарить пинком хотел. Пшу. Что такое? Как ты? Как это понимать можно? Раз. Вот оно. Раз. Да, он может так делать. Так, давайте наверх. У нас, наверное, не получится на вот это вот здание забраться. А может, получится. Я, конечно, не знаю, но я прямо на самую верхушку забрался. Давайте пойдем туда, посмотрим просто. Ну, и попробуем забраться. Можно было прыгнуть, ну ладно. Кстати, тут батут есть.
Фух. Он же вот так вот делает, смотрите. Вот через скамейку ноги перекидывает. Ой, через скамейку, через машину. Я так же, ребят. Раз. Бух. Ой, как ты молотова. Да. Никогда не любил, конечно, эти штуки, но прикольно. Иногда вот так вот можно повеселиться. Комменты. Комментарии пишите, ребят. На. О. Апши. Зачем? Ну жесть. Взрывай, а? Так, я почти подобрался к этому зданию. Фух. Это же оно? Вроде оно, я не знаю, по-моему, не оно. Это не оно из фильма «Оно». Ладно. Это оно, ребят, оно. Да, оно. Да, это здание. Так, либо. Задушись. Так вот. Не, прикольно, когда он кидает. Лохов. Еще вот так вот делать, прикольно. Доска. А что за доска, кстати? Ну да, прикольная доска, но не, фигня. Мало наносит. Ну ладно. С доской будет наш паркур. И Стейден поганый. Так. Его, кстати, Эйден зовут. Он Пилигрим. Знаете, кто это такие? Это который по этим пустошам ходит и зомбаков убивает и паркурит. Это Пилигрим. Эйден у нас перегрим, за которым мы сейчас играем. Который сейчас вот тут лезет. Это, в принципе, я. Ну-ка, давай. Ну, меня-то Тёма зовут, его Эйден. Тимечик. Ну, не Тимечу. Потому что актриса вот такая есть. Тимечу еще есть. Я не копировал Тимечу. Я реально сам придумал это имя. Ну, Тимечик прикольный тоже. Буду Тимечиком называться. FFF. Всегда жмите F. Будет быстрее забираться Эйден. Эйден, Поганейден. Иногда Поганейден был. Еще тот. Так, аккуратно. Фух, Эйден, Поганейден. Жесть. Напряжение еще то. Напряжение чуту. Магия, больно. Спинка болит, табурет. Ай, табурет. Табурет, возьми, ублюдок, табурет. Я не дают сказать, ребят.
Я не знаю, куда дальше. Да, реально не знаю. Ну, я, конечно, знаю. Я. А чё я? А я ничего, я просто так. Я наверх забирался. Мне туда. Фух, я уж подумал, Эйден, ты сдох. Я испугался, реально. Я думал, сдох. Ну не, такого не должно быть. Я не хочу подыхать. Тут же мы не подыхать сюда пришли. Надо было кувырок делать. Ну не, там кувырок так себе делать. Да, сейчас. Сейчас, ребят, все будет. Раз. Я сюда забирался, на это высокое здание. Ой, столько мучений было. На него забирался. Мучался, одним словом. Мучение, а не забирание. Постоянно падал и все. И все, больше ничего не делал. Да-да. Нет. Я правду сейчас говорю. Так, у нас один шанс. Если он падет, я очень далеко. Очень в далеких краях возражусь. А мне это вообще не надо. Это дело поганое. Я вспоминаю. Помню чудное мгновение. Мне надо уходить отсюда. Другое мимолетное видение. Так. И куда мне идти? Что-то я не понимаю. Так, сейчас будем думать. Погодите. Если наверх нельзя. Так, то можно куда-то еще там. Так. О-о-о. АОБ. Не. Как аккуратно! А чем ты такой, товарищ Эйден? Как действует? Они меня и ублюдком даже обзывают. Представляете? Ты ублюдок. Ну это иногда тоже ублюдком. Он иногда ублюдок, да. Что-то не так делает. Еще ублюдок, когда не зацепляется ни за что. Или просто падает. Это тоже нехорошо вообще. Да? Они в каком-то смысле и правы. Так. Да что такое? Опять коктейль молот. Только попортил. Все. Так, игрок человек им коктейль молот. Все испортит. У них ХП, к примеру, мало. То что вы делаете, а будете? Что он будет делать, этот человек? А? По-вашему. Ух, ладно. Наверх. Я там был. Странно вообще, пиздец. Я что-то не так делал. А выше как? Выше было раньше. Выше можно было забраться. Только как? Я не понимаю, как. Выше можно было забраться. Сейчас нельзя почему-то. Нету ни ступенек, ничего. Да задолго. Не надо. Так, ладно. Ух. Ладно. Вот что-то есть. Это тут я был. Странно. Невозможно сюда забраться. Но можно было. Может быть, и не так. Я не знаю. Очень странно. Пиздец, как странно. Ну ладно, не получилось у нас забраться. Так, я не знаю, а был выход, а сейчас нету. Может быть, что-то неправильно, может быть, я не знаю. Тут. Если все правильно, то не знаю. Тут.
Да зачем? Я вот так бы прыгнул, как ты молот опять. Я не то нажал. Ну Эйден ебанутый. Да зачем, блин? Ты же, у меня, короче, само оно открывается. Ты же, я честно признаю. Блин, я бы сейчас смог забраться, наверное. Так как я ненавижу здесь. Мне само это открывается. Мне постоянно открывается само. Само вот так вот делается. Вот что это за херня? Почему так? Я не понимаю, почему так? Я не хочу, чтобы так постоянно было. Почему оно открывается, да когда не надо? Не то открывается. Я понимаю, то бы открывалось, но открывается не то. Сдолбал. Сука такая. Все испортила. Все, я сам подниму сейчас на какой-нибудь этаж. Давай на крышу. Стану долго. Надо ждать, ждать, ждать. Тут 80 этажей, представляете? Это небоскреб. Нет, тут 100 этажей. Так, бегаем, бегаем просто. Веселимся. Оно сейчас 80 этажей будет проезжать. О, наконец-то, фух. Жесть! Только представьте себе. Я залазил сам без лифта сюда. Тогда я что-то забыл, как это делать. Да, сам. Так, раз. Только не подыхай. Подохнуть, блин. Вот тупо вот так вот сдохнуть, это не по-геройски. Так, надо на вышку забраться. Оно не забирается, оно. Ох, аккуратно. Эйден только про Эйдена оно сказать. Так, долбал. Не, короче, это бесполезно тратить времени. Это я не знаю, как туда забраться. Он же не забирается туда. А зачем я должен? Ять, надо было зацепиться. Так, сейчас проверим, не коктейль у меня этот ёбаный коктейль молот. Так, ребята, раз. Да вроде не коктейль. Фух, ребята. Превьюшку можно тут сделать. Так, я что-то запутался. Отлично. Ух, ой, микрофон дернул. Ну, ребята, что ж, я думаю, можно на этом заканчивать. Мы залезли сюда с помощью лифта.
Ух, и теперь мы тут стоим, вот, с помощью лифта. И теперь, ребят, мы заканчиваем с помощью лифта. Ха, ладно. Теперь, ребята, заканчиваем этот ролик. Этот наичудеснейший ролик. Ну, жесть, вы просто поймите, я тут на высоте. Не-не, это непостижимо. Это, ребят, непостижимо. Но я забирался вручную сюда. Я хочу безопасную зону сейчас. Так, надеюсь, не сдохну. Так, если я вот туда спрыгну, я сдохну, это точно. Так, в мусорку. Надо было с самого этого верха в мусорку. Ну ладно. Эй, зачем ты туда, дебил? Надо в мусорку. Ждите паркур сегодня, завтра, может, на следующей неделе, я не знаю. Но ждите его, он будет. Точно выйдет. Клип не выйдет. Ой, серьезно. Вот оно, самое проблематичное. Ой, зацепись. Да какой коктейль молота? Постоянно его открываю. Ну, зацепись, серьезно. Всем пока. Он реально тупой. Ух, вот это меня очень бесит. Всегда бесячую все. Ну все, всем пока. Всем пока. Давай, пожалуй, заебал, Эйден. Ты нормальный, нет? Тут и враги. О, не враги, а кусаки. Я думаю, люди опять захватили нашу территорию. Ублюдки, фашисты поганые. Так. Что такое? Не надо туда забираться. Я забираюсь. Блин, а как? Ну, всем пока-пока, всем пока. Уже ночь настала. А я снимаю, ребят. Реально ночью. Да не гладит, а ночка. Так, только попробуй взять сейчас коктейль молотова. Я тебе, знаешь, что оторву. Знаешь, куда этот коктейль молотова засунул? Врачу тебе вынимать. Понял? Не достанешь никогда жизни вообще. Так, ой, хорошо, наконец-то. Всем пока-пока, всем пока. Ох. Всем пока-пока, всем пока. Я залез на вышку. Буду выполнять миссии, качать навыки. Всем пока-пока, всем пока.